Оперативные данные по производственному травматизму за 9 месяцев в Республике Татарстан. За 9 месяцев произошло 26 несчастных случаев, в том числе 9 случаев со смертельным исходом и 17 случаев с тяжелым исходом. Информация по муниципальным образованиям представлена на слайде. Мы видим, повышение произошло в городе Набережные Челны и в Атнинском районе, где до этого несчастных случаев таких не было. Прошу усилить работу по обеспечению безопасного труда на строительных площадках. Виды несчастных случаев за 9 месяцев представлены на слайде. Это 9 случаев падения с высоты, воздействие движущих и разлетающихся предметов, 7 случаев, дорожно-транспортное происшествие на строительных площадках, 5 случаев, обвалы и обрушение предметов, 4 случая, и отравление газом, 1 случай. Падение с высоты и воздействие движущихся, разлетающихся предметов остаются самыми важными и частыми видами травматизма. Это 62% от общего количества. Из 26 несчастных случаев, отнесенных в строительные отрасли, 15 случаев произошли непосредственно на строительстве объектов при реконструкции и проведении ремонтных работ. Контрольно-надзорные органы продолжают проверки в строящихся объектах. На слайдах представлены характерные нарушения. Отсутствие защитных и сигнальных ограждений на стройплощадке детского образовательного учреждения «Ландыш». На строительстве комбината бытового обслуживания на Фрунзе установлены случайные предметы под опоры конструкций. И все это представляет опасность для производства безопасного труда. Инспекция Госстройнадзора и инспекция по труду с начала 2016 года провело 1283 проверки и вынесено 422 постановления на сумму более 16 миллионов рублей. За повторное нарушение трудового законодательства в области охраны труда Государственной инспекции труда с начала 2016 года по 4 организациям направлены материалы о дисквалификации должностных лиц и приостановлении деятельности недобросовестных подрядчиков. Продолжает работу по проверкам и саморегулируемой организации Содружества строителей Республики Татарстан.